Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию лекцию «Москва. Город музыкальных инноваций». Всем известно, что Москва – город больших возможностей. Самые богатые звезды российской эстрады по ежегодным обзорам Forbes и топ-чартам Apple Music, как правило, проживают в Москве. Исторически Москва считается эпицентром музыкальной индустрии России по концентрации производственных мощностей, студий звукозаписи, продюсерских центров, музыкальных издательств и знаковых музыкальных мероприятий. Предлагаемая лекция расскажет вам о Москве как о столице инноваций музыкальной индустрии. Да, мы поговорим, что бывают музыкальные инновации. Вы узнаете неизвестные факты о промышленных возможностях Москвы как эпицентра музыкальной индустрии России. Вас ждет краткая онлайн-экскурсия по самым посещаемым концертным площадкам столицы нашей Родины. Обзор знаковых мероприятий музыкальной индустрии, ежегодно проходящих в Москве, а также подборка лучших студий звукозаписи Москвы в категории «Цена-качество», где зажигают звезды отечественной эстрады. В конце лекции я отвечу вам на вопросы по поводу производства и продвижения музыкального продукта, песен и музыкальных клипов. До встречи!